Только не говоришь, что ты в прямой эфир вышел. Нет, зачем мне это? What do you mean when you say Ganja? American carpacing? Если полотенце, то значит рукожоп. Здравствуйте, товарищи. Не вышла она в прямой эфир. Зачем ей это нужно? Зачем мне это нужно? Это глупая трата времени. Я имею свою точку зрения. Я думаю, что прямо смотреть, значит смотреть не прямо, а смотреть, значит, влево. Смотреть, значит, влево, а вправо смотреть, значит, вправо. Дорогие, я подтверждаю, что она не пила, и что это ее нормальное состояние. Так вот. Те, кто работает в Кащенко, прошу позвонить мне по номеру телефона, либо написать direct. Никаких прав нету, пальм. Пальмы, они бесправые, полые существа. Значит, у них здравствуйте. Мы хотели бы с вами обсудить некоторые такие детальки. По ночам пью рюмочку Невея. Невея очищает внутренность души. И она не такая, как люди. Невея, она чистая души. Вода. Даже вода непрозрачная. А вот она, наша комната, так сказать. Вы увидите сейчас наше обиталище, или как там говорится. Здесь спит Бенджамин Франклин, и это моя кровать. Здесь я прилягу и буду видеть сновидений. Это мой угол. Это угол моей соседки. От слова соседа. И она готовится. К чему ты готовишься? Произноси. К тому, чтобы наорать на тебя. Я чем-то тебя смущаю? Минимум акцентом. У нас хорошее настроение. Хорошее? Ап. Оп. Ап. Оп. Никудышный вечер вышел нам. Никудышного вечера нама. Это очень вкусно, ма. Напиток, ма. Гуарана, ма. О, ты сидишь в баночке. Я контролирую. Yes. Тогда можно я переоденусь? Подожди, да, давай. Вот. Только ты, главное, особо не меняй свой геопозицион. Тут опасность. Все нормально. Опасность. Все нормально. Это не шутка. Она правда с голой грудью. Все? Да-да. Блин. Вот так-то. Волшебный сертификат на то, чтобы смотреть стриптиз. Что ж. Господи, у Мани все болят ноги? У меня болят ноги. Ты
пора ложиться в постель. Доброй ночи, пока. Больше я не скажу ни слова.